перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет, кто с нами на связи. Всем привет, дорогие друзья. Ну привет же, привет, привет, ну здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, родные, здравствуйте. Всем привет, всем привет, кто смотрит нас. Всем привет. Я решил так выйти в эфир, поболтать. ЦСКА, привет. ЦСКА, чемпион, надеюсь, все посмотрели ролик, который мы сделали для регбийной команды ЦСКА. Посмотрите, если еще не успели, у меня на странице. Так. Тренишная. Вовка Дмитриевский. Тренишная, великий, отдышка тяжелая. Дорогой мой друг, предлагаю проверить твои способности как большого специалиста в чужой отдышке на концертах, которые идут по 2-2,5 часа. Вот. Всем привет, всем привет. Всегда готовы за поддержку и на поддержку. И как правильно говорить? Всегда готовы поддержать, вот так будет правильно сказать. Так что завтра выходит трек, новый трек, обязательно послушайте его, посмотрите. Скоро появятся анонсы, в iTunes начнет открываться. Я написал гимн чемпионату мира предстоящему, Coca-Cola, FIFA, такой вот коллаб. Так что надеюсь, вам понравится, потому что очень много было сил потрачено на то, чтобы сделать эту песню достойной, настоящей, вообще не того, что еще посол на чемпионате мира от Ростова-на-Дону, один из. У нее была такая честь, поэтому с особой ответственностью подошел к написанию этого трека. Так что скоро он появится. Мне кажется, что это очень интересная работа получилась. Буду ждать ваших оценочек. Не ругайтесь только, но если не понравится. Так не ругайтесь, но чуть-чуть не ругаться. Вот. 12 числа мы уже выступаем в замечательной Казани. Так что совсем, совсем скоро. И потом мы отправляемся в тур Дальний Восток, Сибирь, Симферополь, привет. Такие вот дела. Такие вот новости. Олежка, это ты? Я наберу тебя. Я наберу тебя, Олежка. Да. А, не Олежка. Думал, это Олежка. Так что вот такие вот дела. Публиковал уже фотку, где я за 7 дней здесь, в Париже. Приехали детьми, нагулял 81 километр, мне осталось 19.
сказать, я уже 4 за сегодня прошел, чтобы к вечеру 100 километров пешком. Нагулено, так сказать. Любишь ручку поесть? День пройди хотя бы 6. Ладно, все, я вас обнимаю, дорогие друзья. Вам хорошего дня. Всех обнял. Всем хорошего настроения. Улыбочек главное, да? Улыбочек. И не будете шутить. Да? Бывает, люди перестают шутить, потому что им кажется, что их шутки неуместны, что они не очень, что они плохие. И так бывает на самом деле часто. Бываем, как человек, который очень плохо шутит, могу сказать, бывает, пошутишь, да, и плохо пошутишь. Да, и все сидят просто и между собой переглядываются, друзья там, близкие. Понимаешь, что пошутил не очень. Но только в постоянной тренировке намываются замечательные, удивительные шутки. Пусть их будет из 105, это будет зато шутки. Да даже если ваши шутки никто не понимает, пошутите все равно. Ведь это забавно. У меня так часто происходит. 95% моих шуток — это шутки, которые радуют только меня, дурака. Ну а что делать? Пошутишь сам, посмеешься. Сидят вокруг люди, да? Переглядываются. Тебе неловко, но сука смешно. Так что я вас обнимаю. Помню про улыбочки. Отличное настроение. Будьте счастливы. Сука, сказал, что сам не заплатит. Все, обнимаю вас. Обнимаю.